Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. А особенно я, как всегда, приветствую своих подписчиков. Сегодня у меня еще одно нехарактерное для моего канала видео. Я буду распаковывать одежду. На этот раз в связи с уже начавшейся зимой мне стала интересна такая штука, как термобелье. И достаточно, насколько я понял, крутой компанией, производящей именно термобелье, является вот компания Norweg. По случаю мной тут было приобретено вот такой вот комплектик белья, состоящий из футболки, штанов, ну это кальсоны мужские называется, ну и еще носков. Так, давайте начнем с ценника. Ценник просто безбожный на все это дело. Средняя цена на одну коробочку 2650 рублей примерно. Так, теплая одежда из шерсти. Так, и носки у нас получается 580 рублей. Глаза бы мои не видели таких цен. Но, тем не менее, описываемые характеристики этого белья достаточно интересны. Для крупного города, для мегаполиса, там, где есть метро. Например, если вы перемещаетесь активно, допустим, сначала наземным транспортом, потом пересаживаетесь в метро, либо просто перемещаетесь по улице, потом спускаетесь в метро, потом снова перемещаетесь по земле. Вот это белье, его характеристики очень интересны в том плане, что, во-первых, оно, конечно же, согревает, во-вторых, оно дышит, в-третьих, оно обеспечивает гораздо лучшую терморегуляцию, то есть организм при вот таких экстремальных перепадах температур, земля, метро, то есть теплая одежда, тем не менее организм не потеет, а если потеет, то белье впитывает и все это дело удерживается. Ну, в общем, в принципе, отзывы достаточно, я так понимаю, разнообразные и во многом хорошие. Ну и, соответственно, я решил тоже приобщиться и попробовать поносить это новомодное белье. Вот, соответственно, сейчас я записываю просто распаковку. Вот, спустя какое-то время в описании к видео я сделаю апдейт и опишу подробно свои впечатления, ощущения. Ну и насколько вообще стоит, не стоит это таких сумасшедших, на мой взгляд, денег. Вот, то есть, в принципе, давайте распакуем, посмотрим, что может стоить у нас с вами более чем 2500 рублей. Так, начнем снизу. Так, здесь у нас тоже вот наклеечки такие вот. Произведено, Германия, дистрибьютор, ля-ля-ля, стопроцентная, 6 мерина. Мериносов, господи. Так, ладно, аккуратненько отклеиваем это все. Наклеечки нам эти не нужны. Так, ну что можно сказать на ощупь? Очень тоненькая. Я не знаю, с такого материала, по-моему, трусы делают. То есть вот так вот, если посмотреть, да, вот на верхнюю часть, то в принципе, да, это... Но они только вот тут достаточно длинные. Это штаны. Полноценная. Тут с красивыми логотипчиками. Norweg. Размерчики здесь что-то у нас еще. Так. Ну вот, совершенно непонятно, что здесь может греть. Ну да, добротно сделано. И, наверное, за 2600 можно было добротно, наверное, все это сделать. Обыкновенные легкие штаны. Что-то типа трико, наверное, даже еще тоньше. Так, ладно, со штанами разобрались. Далее распаковываем футболку. Мужская с длинным рукавом. Так. Так, что у нас здесь? Ага, здесь такая же этикетка. Да, этикетка такая интересная достаточно. Материал какой-то такой, тоже как будто бы тканный. Так, ну тоже здесь эмблемка. Вот, точно такой же материал, тонкий, что-то наподобие трико. Так, Norweg стопроцентный, fine merino wool, size S. Ну, в общем, все надписи вот. Так, у нас остались еще носки.
А, собственно говоря, давайте, наверное, их откроем. Так, распаковываем носки. Так. Ну да, носки достаточно такие плотные, явно зимние. Хотя до полноценных шерстяных, конечно же, не дотягивают. То есть просто утепленные носки из такого же материала, но немного более толстого, чем, соответственно, остальные элементы. Вот. Ну, в общем, пока что вот. У меня лично ощущение просто на ветер выкинутых денег. То есть какой-то трикотажный легкий костюм, насколько он будет греть. Но это вот нужны, конечно же, более сильные морозы. Сейчас температура у нас начало декабря 2017 года. Держится температура что-то около минус 2 градусов. Соответственно, сейчас пока особо проверять смысла нет. Вот. Как только будут подходящие условия, я обязательно все дело это испытываю. И сразу же в описании к видео отписываюсь по своим впечатлениям. Ну что ж, на этом я, наверное, буду сворачиваться. Все мои впечатления, ощущения через некоторое время, как только я все это дело опробирую и немного поношу, будут в описании к видео. Потому что, конечно же, отзывы в интернете – это, конечно, хорошо. Но когда все опробовал лично, это гораздо более интересно. На сим я с вашего разрешения раскланиваюсь. Вам большое спасибо за просмотр видео. Если вы соберетесь покупать этот товар или что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую, я рекомендую. Ссылка на них будет в описании к видео. Тем, кто еще не подписался на группу моего YouTube-канала в социальных сетях, проходим по ссылкам в описании к видео и подписываемся. А кому нравится мой канал и вы хотите его поддержать, чтобы сделать канал еще лучше, проходим по самой нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока!